Үтөө күнэн сайдам саха жана. Эхеги бүджа кускай берени карагат. Бүгін 6-ны ағыз күнігер сахабыт телевинетін күне бәлетенер. Оны тағанан 9 сыл аннарат түгер, ола бәтір 1931 сыл 6-ны маңнайгы күнігер Россияға ан маңнайгы бери тақсы бұта. Онын бүйінгі бери бит 2 түгіл солталақ тек қасы. Бүгін эхеги мейін күтірі бірге сахабыт телевинетін самай тәбір сүрігар тиесіл жақыт. Онын олысын тіріхіне болуға мейін күтірі бірге болып. Сегодня в День телевидения мы расскажем вам о главном его составляющем – телебашне. Именно благодаря ему, а точнее сигналу, который он передает, мы можем с вами каждый день видеться через голубые экраны. Рядом со мной находится главный инженер радиотелевизионного передающего центра Республики Саха-Якутия Юрий Владимирович Горчаков. Добрый день! Добрый день! Поздравляем вас с праздником! Скажите, пожалуйста, вы являетесь главным инженером предприятия, который именно занимается передачей сигнала по всей республике. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем предприятии. Ну, наше предприятие – это Российская телевизионная радиовещательная сеть. Функционирует на всей территории Российской Федерации. Мы как раз тот оператор связи, который занимается распространением общероссийских программ на всю территорию Российской Федерации. Сеть телевизионного вещания по Российской Федерации составляет свыше 5000 телевизионных станций. На сети установлено более 10 тысяч радиопередающих устройств. И таким образом охват населения телевизионным вещанием, цифровым эфирным телевизионным вещанием составляет 98, более 98% жителей Российской Федерации на территории нашей республики. У нас в эксплуатации находится 211 объектов телевизионного вещания. Ну, это, естественно, более 400 передатчиков, которые транслируют программы первого и второго мультиплекса. Построена сеть совсем недавно. Сеть у нас здесь построена новая. То есть объект телевизионного вещания включает в себя модуль с оборудованием, антенно-мачтовое сооружение. Но вот, в частности, на одном из объектов, который был введен в эксплуатацию достаточно уже давно, просто был модернизирован, мы сейчас и находимся. Юрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, о масштабах, значении вот этой телебашни. Ну, данная телевизионная башня, она у нас высотой до верхней площадки 225 метров. Естественно, она предназначена для размещения передающих антенн, которые у нас находятся на самой макушке, на шпиле так называемом. Высота вместе со шпилем 241 метр. Почему мы так высоко поднимаем передающие антенны? Для того, чтобы зона охвата телевизионным вещанием населения была как можно больше. То есть это две составляющие. Это мощности передатчиков и высота подвеса передающих антенн. Чем больше мощность передатчика и чем выше у нас поднята передающая антенна, тем мы большую территорию можем захватить. По республике сеть телевизионного вещания построена, ну, будем говорить так, очень интересным образом. То есть там, где у нас плотность населения высока, это в частности город Якутск и близлежащие села, мы работаем, захватываем телевизионным вещанием именно отсюда. Там, где плотность населения низкая, это, допустим, возьмем наши севера, там на каждый населенный пункт установлена своя телевизионная станция, которая работает только на данный поселок. Хорошо. То есть вы уже начали рассказывать, какова система передачи телевизионного сигнала на всю республику, да? Да, значит, ну, так как у нас территория республики, ну и всей Российской Федерации достаточно большая, то сигналы мы принимаем только со спутника. То есть спутниковая группировка, которая позволяет нашему предприятию РТРСу сигналы с разными часовыми сдвигами распространять на всю территорию. Ну, как вы знаете, у нас на территории России 11 часовых зон, поэтому сигналы первого мультиплекса идут с 6 дублями, сигналы второго мультиплекса идут с 4 дублями. Мы здесь, на территории республики, транслируем сигналы с часовыми сдвигами плюс 6 относительно московского времени и по второму мультиплексу плюс 7, то есть те дубли, которые для нас удобно смотреть в наше время, поясное наше время. Хорошо. Спасибо вам большое, Юрий Владимирович, за ваш рассказ. И сегодня вот праздник наш профессиональный, с чем вас поздравляем. И хотим от вас услышать тоже слова поздравления вашим телезрителям, ну и вашим коллегам.
Ну, я поздравляю всех телевизионщиков, ведь на самом деле процесс телевизионного вещания – это работа очень многих и многих людей. Это начиная от корреспондента, от тех людей, кто на земле, от операторов, кто снимает сюжеты. Далее все это формируется уже в телевизионную программу. Это тоже люди сидят, занимаются, работники. И далее мы, как операторы связи, уже доносим этот сигнал до телезрителей. Поэтому это праздник на самом деле очень большого количества людей, кто освещает все те новостные моменты, события, которые происходят на нашей территории и доносят эту информацию до телезрителей. С праздником, коллеги! Спасибо большое! Онтон телебашни стеретин кэпсиребит полаха эмелу синтерейгинэй, а эттэкка бу телебашни тыгынчы тогосюс агуган иккихиллаха тутуллубута онтонула телевидение буттахыма лаппа үрдэн сайдан барбута. Корапыт телебашнята дойдубыт үрдэнэн сеттис ухын телебашни болар, онтон ирбет тунга тонготорар конструкция самый үрдүгінэн агыллар. Джаунна бу сихили бу телебашни тухуннан Петр Ильич Матвеев кэпсиэга. Здраво, Ларун. Петр Ильич, бахалыста бу телебашни стеретиттан кратык ахтана хыккытто. Кэпсиэм бэлэди. Бу бихиги телебашни вот тутулута тыхынча 911 хыллакка хааламбыта. Онно Хабаровскайттан бригада кэлэн бу улахан фундаменнары тупкуттара. Онна бастыгы сагалы, бастыгы тәстери дейбік күлдук амбастан Борстуды кеттақы элинден оңырон тутан сағала бұттыра, оны қырақи қыранларына. Антон, оны қыранлар тұхын бір, маңық ұлған тұмныйға хатан үлеветтір, бары белдерін күдік, ота оны орқы кен болады. Ол үйін үлені сасқылы көхі біттіра. Сас әме хағыла бұттыра, ол ұжы ауын екі сылаққа. Оны 100-600 метр ағылы кей біттіра, белері делінден қыраннан күдік тұтар. Антон бұланы қатчыны оны веребіні қарасты бұлқына вертолеттері ұңырап өткен болып бұттары. Антон оның қаян тұтуы бұт бұлай үс айттан төт күнірі болып бұты. Ол вертолет әме бұланы андойду үддінен, бейсер бүт үддінен еккіз қорыт болды. Маны вертолетіна тұтылды бұт. Ми-10 көден. Ол специальный вертолет, амбастан Дуэк әпсем. Конструкциялары бұлданы қыры-қыры кусоқтарынан еуік күдік қолбанлар ипподромға құмиялылар әді. Оны ипподромтан бұлданы ол вертолетінің көтіғын ағалалылар әді. Но күніс болар бұл әді өлі. Оны кихи бәғі жейлер дүлерінен ең барбатын ген, оны қарасты бұлдан сәргелағынан, чөчір мұран декке, оны қатын өреғынан манна бәтті қораққа Кировандан ағалын тұрарылар әді. Оны хим бір жүгізгі специальный комиссияда көрер әді. Онан барта беревеклеріне хаджар әді, оны икі бұлан бар әді. Тыл арағаны болан сәп. Құтуттан, елі сағұрыттан үрерін күні, ол ең хен бір икі түттен кейлі күні күттен ба көрілілер әді. Бұй вертолетка әме төменті кәбеттері, олық специальный экипаж. Оның бұй вертолет бетінен уникальный деққа әді. Амбастан икі ұтачы яққа әп, соппар. Бұ башыны дүйтер келен ағылалар әді, оны тұран қалылар әді халғыңа. Оны маңы конструкция вертолетка алары әсі бі кабиналаға әді, тас бар әді. Оны атын пилот бұла ұжы, оны ол тоқтан тұрбұтыр, алары көрін цыалдан ол конструкциялары оны олардар әді, қам сабатын күнәді. Бұтан-бұтанық түйерер, оны атын бригадылар қаз бидді мұнықтарының тұранлар әрелер әді. Маны қаянлар түйек құнығына біде біттірі, үйсей ануты көр. Тұқ тек қайбетті. Құты онан, олақан экономия болып бұты. Веремеғі дағаны, қатчыға дағаны. Ол сағына 230 түхінші қырыстан бұты. Ол қатчыға дек қайып. Вот. Күчік нұға түрген ұтытылды бұты бітсі. Мен бұ маны күрдік ұғын конструкция, бігі күрдік түйіс ұсылу бе ұтығар, қадыра ұрық тұрғырға ғырған болу де ғана бұтып. Онда чоғанда туыра анау стратегия әрдеттен толқылдан бұты болу да. Онда осынан бұл қолыбыра материал өттіптен, стратегия өттіптен күрдік қойын қайдақ барда асыптай. Ату барыта олық ұлақын комиссия бардың көрер әді, проект әме қастады ғоры еғе жуыта. Тоғы яқан бастан әлінден ғолдар дейі күлдігі әді, бұрыстады әді әді. Онтон бейсер біт ұлақын тымны бұл әді, тымезлата. Ол ең барыта конструкция, атынды әді әді
болы жарыгар туларен қаларыта олинамиятын комиссия қаям проектами оларен ерета бу даже фундамент абис специализированный дер дек қаһеп отут бир метрға барда антон була бу конструкциялар имеете бу вертолётын работатерин ген эме тулары кибиде разу проектка оно ме улахын экспертиза көрөн түргенек көрөн аспыттары оно то бары олох ата одобрение бебиттерине ген ата барата дальше тутулдан сагалабыта масштабный үлө болбут олох улахын масштабный аманык вертолётнан бу биги сербит үдүн таанды үдүт үдүнен бу 2 скорот болабыт маны вертолётнан тутулду о күндүк таганы уникальный туту эвит дехади. Улахан туту, ага. А чё она будет кускайга, она тутулу вот телебашни были, тэхэ манны ене хабары неин бардын ағылдан ухунайын учеттан нагадилар. Бардын ук учеттан ағыллар, ага. Денеме то программанан ағыллар, это былыр была, эме делиннен ағыллар дияққа хэп кудугаты. Турут амбастан, то кихине бу телевидне берер хир тоғарастаянета кыракай ете, джогускай коротары. Антон бу тулахан телебашня кирен тох берер итендер территория хетте 10 километр улаппыта уру коротар була антон бу тулубун кен ток теннен көддөккө покровскага мосалахала хабар болбута аны бутуй мада далина бут барта көрөр истер болбута билеген дагыны бу цифра телевидениеде кийбитигер эме бу Далина туй мадавдын кытта бөрүс анарай түдө отуд иккине хеле көрөн кабалырыр би цифры бу телевидениебитин то радиус бут эсел аппыта урут аналогу телевидение болдай урут ото сибиде анан көндөккө урут бу башын тутулдон ине жугускага то агайык канал көрөлдөрүдө анта бир гин канал булайт экеди антон бу башня кибидин кене 3 канал болбута уже улахан тох расстоянияга Эти цифры хана танылды гитти вот та бу телевашна на химбир тохтак тыгастах олата ди. Он чона билген инек үе химбир сайдан уларыян ихер. Бу телевашна чона хайдах уларыян хайдах бу инекида хайдах идек. Ата бары белерин кодук сайды тохтолуват баран ихер хайдан ихер. Ата бу башня вот биета то улахан ата биета уже чөйдүк турар. Наха улаханлык сайды хуга эби багар площадка антенна бар келин урулук сайды барын истеяне оборудование бар улар е технология это то сайды барын истеяне ну блин пока билингите бары то чүгөй билингиге басар сайды билигин уже то компьютер оборудование кейнен барын эхер блин уже бары королдөрү уже королдөр уже пока тулахан дистанция жакка хеп это элбак кии көрөт Блин, уже качество вот улата не хера. А картина качества это все людьёга, звук людьёга. Он на сюда хотя кайве. Блин, за хайды баранир, хабы бы ти виден на девкуду. Он но просто только так интернеты как тохло бонар телевидение. Он укрепчилар уже телевидение кололололор. Он у голосование га инвикторина как ты актерисе полар интерактивное телевидение уже хайдам баранир. Блин, у агаях каналарга уже бар. Но оно тудаша атын каналар кеме кирерин канаме хайды барын хер. Оно то келин эсербек канал болар ине. Хэ сайдыга эрети деп битти. Антон бу кафсиревит боллакка биги телебашны бут күнтүн күн функциятын эле лактык толурор бере бирке бу сөргүтү деген процесстер хайдак ахалыры. Ата проверка хим бир баратыга бар болур. Жияга дагыны башняга дагыны басыларга да жакынлатакка инде телевизордорго бияка то 5 жыл боло специализированный организация келин көрөр аны андай дүйдүнө аны колук агайык компания менак компанияны көрбөт баратын көрөрлөр краскада кайдагы болталары кайдагы сылайбыты болууду хокту же куду брастойду кетет оно результаттарын беренлер бия берелер аны уже эми атын специализирован компания кели бейбит үлөхеттер бит уже ол көнөрөлөр краскалыылар а так атанды кеттак бу катаганактык турар өр турууга аны просто кырды көрөө жан краскалам сууя тарыхыр такка эсе чөйдүк өр болууга Ну а сейчас мы находимся в самом сердце нашего телевидения. Это цех, благодаря которому нас смотрит вся республика. И по этому цеху нас будет сопровождать начальник цеха Данил Анатольевич Николаев. Добрый день. Приветствую. Ага. Сначала расскажите, пожалуйста, о вашем цехе. Мы находимся в цехе Якутск. В
Главная задача нашего подразделения является обеспечение качественной и бесперебойной трансляции эфирных сигналов, входящих в состав 1-2 мультиплекса, а также FM-радио, находящихся в зоне нашей ответственности, а это 152 телевизионные станции на территории 29 муниципальных образований, включая город Якутск, с охватом населения порядка 650 тысяч человек. Для этого сотрудники нашего подразделения аварийно-профилактической группы выезжают на станции удаленные, проводят планово-технические работы на оборудовании станции ежеквартально, координируют работу всех групп на сети оперативный персонал, дежурная смена. Также она контролирует состояние сети с помощью аппаратно-программного комплекса. Вот, пожалуйста, это табло, на котором выведены все наши станции с статусами работы каждого узла оборудования. Цветовой индикацией мы обозначаем зеленым штатную работу оборудования, желтое – это незначительное отклонение в работе, красное – это уже отклонение от допустимых норм. Вот. Также мы при аварийных ситуациях ограничены регламентными временными нормативами. В городах свыше 50 тысяч человек, например, как Якутск, этот норматив составляет 10 минут. Да. Как раз-таки за моей спиной находится аппаратный зал станции Якутск. Можем пойти и посмотреть. Можем. Данил Анатольевич, ну мне тут все очень интересно. Пожалуйста, расскажите, как все тут устроено. Да, пожалуйста. Здесь представлено у нас самое основное оборудование. Это цифровые телевизионные передатчики 1-2 мультиплекса. Передатчик, к примеру, да, 1-го мультиплекса состоит из двух стоек. В первой стойке у нас расположены формирователи телевизионных сигналов, основной резервный. Далее следует 6 усилителей мощности. Аналогичным образом построен передатчик 2-го мультиплекса. Также у нас есть третий передатчик, который может работать, если из строя выйдет либо первый, либо второй. В автоматическом режиме переходит в течение 15 секунд. Передатчики обеспечивают охлаждение станции жидкостного охлаждения. Преимущество данной системы – это высокий КПД и низкий уровень шума. Далее предлагаю пройти дальше к стойкам с FM-радио. Здесь у нас расположены FM-передатчики таких радиостанций, как «Наше радио», «Радио Дача», «Радио Вера», «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM». Повторюсь, с этой станции у нас осуществляется вещание на город Якутск. В правой стороне аппаратного зала у нас находится 8 телекоммуникационных стоек с оборудованием. Первые 4 слева – это стойки с оборудованием, задействованным в формировании региональных врезок в телеканалы «Россия-1», «Россия-24», ОТР, а также «Радио России». Далее оставшиеся 4 стойки у нас здесь расположено оборудование, приемное оборудование, коммутационно-распределительное. Также здесь находится оборудование врезки региональной рекламы в телеканалы 1-2 мультиплексов. Также здесь находится оборудование присоединения кабельных операторов, таких как Ростелеком, ТТК и Гелиос. Данил Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как проходит процесс передачи сигнала? Все начинается со станции подъема, которая находится в Хабаровском крае на станции Скворцова. Далее сигнал поступает на ретранслятор «Спутник Экспресс АМ-5». Здесь, в Якутии, мы его принимаем. Конкретно здесь, для Якутска, у нас есть приемная станция, находящаяся на крыше УТУМ. Вот. Приемный сигнал мы получаем, регионализируем его, осуществляем врезку рекламного контента. Далее мы его передаем непосредственно на передатчики наши. Так как я говорил, передатчики в своем составе имеют формирователи сигналов. На него непосредственно подается сигнал. На формирователе входные сигналы преобразуются, меняется формат с T2MI в формат DVB-T2. Далее, для того, чтобы
вывести передатчик на номинальную мощность, сигнал усиливается с помощью усилителей мощности. Выходные сигналы 1-2 мультиплекса поступают на устройство сложения сигналов. Здесь это все суммируется и поступает на антенны посредством фидерного тракта, фидерной линии. Антенны находятся у нас на башне на самой высокой отметке, это 225 метров. И дальность распространения сигналов порядка 60-70 километров в зависимости от рельефа. Марта 2018 года на башне был выполнен запуск архитектурно-художественной подсветки АМС. И сейчас телебашня является еще и одной из самых красивых достопримечательностей нашего города. Ну а мы являемся просто наблюдателями этой красоты. Более с профессиональной точки зрения нам расскажет заместитель главного инженера Виктор Викторович Пашин. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с самого начала, как пришла такая идея? В процессе развития филиала РТРС на территории республики Саха-Якутия, на территории города Якутска, возникла такая идея сделать архитектурной достопримечательностью, можно так сказать, в темное время суток нашу башню. Вот с тех пор у нас и началась реализация этого мероприятия. Расскажите, пожалуйста, как раз о реализации. Как вообще началась работа и как она проходила? Реализация мероприятия началась с конца 2017 года, то есть это проектно-сметная документация. И с января 2018 года начались уже непосредственно работы по закупке оборудования, материалов. Вот. И после получения, то есть где-то в феврале 2018 года, уже сотрудники приступили к монтажу всей технологической части. То есть сроки были достаточно такие у нас не сжатые, шло все достаточно по плану. И уже в марте 2018 года мы осуществили запуск. Да, это был действительно такой исторический момент, можно сказать. А если можно сказать, сколько ламп в конечном итоге было установлено? Вообще концепция подсветки, она подразумевает установку трех видов светильников. Это прожекторы заливного света, которые по всему стволу башни расположены. Это тюбы, скажем так, такие, которые именно освещают площадки, контур площадки. И прожектор-маяк, который мы видим издалека, наверное, да, все видят. Всего установлено у нас более 230 видов, более единиц светотехнического оборудования. Ага. Были установлены специальные лампы или чтобы выдерживали наши морозы? И как это вообще было? Какая стратегия была? Концепция подсветки, она была такая особенная, потому что на территории регионов, скажем так, с такими условиями еще подсветок не было, и поэтому проектировщики подошли к этому делу с трудом, с большим. Действительно, как раз таки концепция подразумевала установку именно оборудования, которое будет выдерживать такие морозы, как у нас. Помимо этого, установлены еще шкафы АМС с подогревом, то есть чтобы оборудование подогревалось, именно оборудование, которое управляет всей этой подсветкой. А как проходит смена подсветки? По-моему, они бывают предназначены определенные какие-то дни и так далее. У нас зачастую, в основном, конечно, по мероприятиям, по каким-то, то есть есть возможность заказа архитектурной подсветки, то есть частным лицам. Также включаются по каким-то знаменательным праздникам, праздникам республики, города, Российской Федерации. То есть, да, она не светится ежедневно, но стараемся максимально часто включать. Как часто и как проходит вообще технический осмотр? И как часто сменяются лампы или они... Как это происходит? Смена и ремонт? Какая бы ни была подсветка надежная, все равно требуется ремонт, замена. То есть у нас где-то раза 3-4 в год проходит осмотр подсветки, то есть состояние оценивается. И на 2022 год у нас запланированы такие достаточно
не глобальные, но все равно работы по замене некоторых светильников, потому что действительно некоторые уже вышли из строя. Где-то можно и это и наблюдать, если присмотреться, но на 2020 год мы обязательно все устраним. Хорошо. Ну и небольшое поздравление в связи с профессиональным праздником Днем якутского телевидения нашим телезрителям и коллегам. Коллеги, друзья, поздравляю всех с этим знаменательным праздником. Телевидение – это действительно что-то такое вот большое. Глобальное, да, и оно не стоит на месте, движется. То есть раньше смотрели черно-белые кинескопы, 1-2 канала, люди радовались. Сейчас в процессе вот реализации федеральных целевых программ и так далее народ уже может смотреть действительно 20 каналов в хорошем качестве. Ну, помимо этого, конечно, еще используются и провайдеры, интернет. То есть телевидение очень большой вклад вносит в жизнь людей, это проверено, это остается актуальным. Поэтому всех с праздником, ура! Биги сахабы телевидениета бай историялах, ураты тыннах, аныгы тетеминен күнтен күн сайдан аяха күнді күрәчілер бітерарынан үлелер хамныр. Онан бигені күтары күрук бірге болын. Онны күн айы 11-ан арчастан бұжа күскі беріні көрігітін умнуан. Күрсі қадері.